Резина. Это резина для, в принципе, всех видов спорта. Ее желательно делать после тренировки. Кто перед разогревается перед соревнованиями, тоже делает резинами. Кто после тренировки. Желательно делать после тренировки, можно, в принципе, каждый день. Она всегда разбрасывает руки и раскидывает, и выносливость рук чуть добавляет. Желательно делать по 3-4 минуты, но если профессиональный спортсмен, можно и 6 минут делать. Первое упражнение покажу вам. Встали, наклонились, каждой ноге тянем. Как делаем шлунг? Шлунгуем вниз, сверху вниз, каждой ноге, как гребут. Второе упражнение. Две ноги уперли в ковер, только руками гребем. Третье упражнение. Груди также тянем. Ногами постоянно работаю. Четвертое, вот, тянем груди, отпускаем. Пятое также от нее, вот. Шестое, встали, упор потянули. В одну, встали, в другую. Можно также и одной рукой прорабатывать, если травма есть там, другой. Взяли две их тоже так же. Одной рукой прорабатываем. Рукой. Кому как удобно. Переходим на этот хват. Мы делали этим хватом. Сейчас переходим на этот хват. Этим хватом самое мощное упражнение. Это вот. Мы тянем груди. Работаем. Вот. У меня, видите, как идут руки? Груди. Второй есть отсюда. Пол затянули. Затянули. Тянули. Отсюда можно и пронырнуть. Следующее мы разворачиваемся на спину. Твоей спиной. Отсюда мы как будто пробиваем ручки. Вот. Пробиваем руки. Работаем. Снизу, видите, чуть колени тоже не сгинаются. И пробиваю каждую руку. Еще. Вот такое. Грудь развиваемся. Следующее берем хват, разворачиваем, отсюда руками прорабатываем. Вот. Опять же перешли на тот же свой хват и пошли под прыжку. Просто прорабатываем, останавливаемся. Также вот, одной, другой, груди. Право, лево, сюда, отсюда тоже можно, вот, с этого хвата, отсюда можно, хоп, прокрутил, хоп, сел, кто отсюда делает, и по чергу, встали, потянули, отсели, потянули, отсели, так и на эту сторону, потянули, подсели, так и для прохода, вот, чтобы проходить ноги. Мы ее залезали отсюда и пошли. Встали спокойно. Пошли. Опять на место. Показали. Пошли. Шагом зашли. За собой. Пошли. Игрок. Зашли. Потянулись. Потянулись. Подавили меня опять на место. В принципе, все, много есть упражнений. Надо импровизировать, в голове что-то придумывать, и у вас все получится.